И вот перед нами апогей 500 миллионов лет эволюции на Земле. Сквозная планировка этажей в песках благоденствия. Глубин. Большая белая. Называют королевой океана, так что она имеет какое-то отдаленное представление о роли монарха в современном обществе. Пит, что в этих бочках? Рыбий корм. Пит, можно попросить вас этого не делать? Я эту акулу достану, так или иначе. Мне просто кажется, что вы перегибаете. Речь ведь об одной единственной акуле, а вся экосистема... Об одной акуле, что парня моего убило? Пит, слушайте, я понимаю. Хочешь еще подергать за этот узел? Мысль о том, что береговая линия принадлежит всему обществу, выразил римский император Юстиниан. Но это лишь потому, что он не мог посоветоваться с мудрыми лоббистами Ассоциации развития курортов. Thank you.
отступает в грот, чтобы предаться спокойным размышлениям. Снисходительные законы десятилетиями разрушали экосистему. Но последний поступок Пита переходит все границы. Разъяренный Курс придется ускорить эволюцию до предела, чтобы спасти остатки своего океанического дома. После создания оперативной группы, посвященной этому вопросу, убийства, связанные с клоунами, продолжают оставаться проблемой в Порт-Кловисе. Черная атака. Касатка. Деле любят игрушки, но и в половину не так сильно, как дохлых кирпичей. Касатка, некогда главный аттракцион в морском парке, освоила новые убийственные трюки. Хрящевых рыб. Следует свою жертву, полностью осознавая, какие ужасы ждут их в случае ошибки.
аж три кита убить. Так это я их всех споймал. Я, скажем так, талант за версту чую. Хотя вот у Тео Уиллы прыжок с переворотом не особо. Надо еще припечатать. Косаниту годами кормили одной и той же мороженой селедкой, и теперь она хочет полакомиться своим любимым блюдом сырой акульей печенью. Запрещена королевским указом. Но здесь не древнее королевство Фиджи. Здесь гораздо больше магазинов, торгующих алкоголем, и контор, выдающих займы до зарплаты. Let's shoot a shark.
одна неудачная охота для жителей Порт-Кловис. С самой сомнительной репутацией. От нефти, что из этих танкеров развивается? Много рыбы дохнет. Но денег они городу тоже много приносят, с этим не поспоришь. Охота окончена, но это всего лишь затишье в бесконечной борьбе человека и природы. Бассейном лишь вторая по богатству убранства яхта в Порт-Кловис.
Еще одно вознаграждение отменено без лишнего шума.
конце китообразных кашалот. Существовать без кашалотового жира. Теперь мы можем лишь наблюдать за кашалотами издалека, мечтая о том, чтобы разбить их черепа и добыть желанный спермацет. Способ отбить у публики желание ходить в музей – разместить его под водой. Охотники поставили акул на место и не позволят им лезть не в свое тело, чтобы мы не столкнулись с ситуацией из планеты обезьян. Из-за расширения ковья Кей на побережье, штормы, которые лет 30 назад наносили минимальный вред, теперь вызывают значительные наводнения. Концентрация металлов и углеводородов в воде наглядно демонстрирует, насколько изменился Мексиканский залив со времени открытия его Америки Веспуччи в 1497 году. Обожал с аквалангом играть. Как получил сертификат на погружение, первым делом я его с собой сюда, в музей взял. Thank you.
залог и избавиться от вчерашнего похмелья, чтобы отправиться на охоту. Канализации давно уж пора порядок навести. Чего я только не подхватывал. Кампилобактериоз, криптоспоридоз, лептоспироз. Это не шутки, друган. Морские губки хотят себе домики из ананасов, как у губки Боба. Из-за этого на Коста-Рике нещадно вырубают леса. Битва закончена. Следует быть осторожной, пока охотники не потеряли. Из университета сюда каждое лето студентов присылают. Рифы изучать. Мэшер, у каждого свои понятия насчет того, что значит поразвлечься летом, да? Boats on the water. We got a shark that needs putting down. Ловис устал над охотой и позволил нашей акуле жить дальше. Thank you.
здесь довольно красиво. К сожалению, акулы-быки не различают цвета. Капитан где-то неподалеку свои сокровища затопил. Ну да я 10 лет кряду кучу денег вкладывал в подводные экспедиции, а так и не нашел ни шиша. Пожирает все без каких-либо пищевых ограничений. Еще одна неудачная охота для жителей Порт-Кловиса. Бенджамин Франклин удивился тому, как быстро Гольфстрим помог ему вернуться обратно в Америку после его многочисленных парижских бордельных экспедиций. Гольфстрим уносит потоки теплой воды на северо-восток через Атлантику, прямо к прибрежным английским городишкам, заполненным капризными стариками, ослами и наркоманами. Возвращается в свое убежище.
замечательно. Им требуется огромное количество мутагенов в качестве катализатора. Это новая лодка, и выглядит она так, будто оборудована некоторыми не вполне гражданскими возможностями. Ну вот он я. Что дальше? Пит, я не знаю, в чем тут дело, но вы нас пугаете. Ха, тебе что пужаться? Ты акула, что ли? Пит, мне совершенно этого не хочется, но такое ощущение, что нужно вызвать полицию. Может быть, береговая охрана... Давай, сейчас свихнулся! Я самый здравомыслящий человек на свете. Не просто так я дошел до такой жизни. Но раз какая-то тварь отняла у меня все, я дам ей столько же шансов, сколько она дала моему мальчику. Ни одного! А теперь вали нахрен с моей лодки, или я тебя тоже прибью! Я тебе что сказал? Разгулялся аппетит! На ужин у нас сегодня тушеная акула! Летающий боевой корабль. Но хватит ли этого, чтобы справиться с доисторической мощью мега-акул? Рекорд!
Батяня! Точно! Полагаю, из этого можно извлечь урок. Например, о том, что меркантильность привела человечество к экологическому кризису. Но мы лишь простое телешоу про то, как акулы убивают людей, а люди убивают акул. До следующего рыболовного сезона. С вами были «Охотники против людоедов».